Первые футбольные навыки Михаил Тиваненков получил в Калининграде. В Одинцовскую футбольную команду пришел по совету друга. Проявил себя сразу на первых соревнованиях. Все, меня взяли. Через неделю у нас игра. Мы играли, если не ошибаюсь, в Краснознаменском. Выиграли тогда 7-1. Там, ну, два забил, там еще некоторые ребята забили. После этого меня взяли все уже в основную команду, и я начал также играть. И это большая удача. Попасть к одним из лучших не так-то просто. У футбольной команды 2009 года рождения уровень серьезный. Впервые ребята высшей лиги. Сейчас занимают 5-е место среди 12 команд Московской области. На последней игре встретились с сильным соперником из Балашихи. Прошлую игру мы показали, что мы можем играть с такими командами. Сыграли в ничью 1-1 и при этом вели большую часть игры и пропустили только на последней минуте. Естественно, для ребят вот игры с такими командами – это вот возможность показать себя, проверить свой уровень. И плюс все-таки внимание к таким играм оно большое, поэтому все хотят, естественно, сыграть с ними и показывают себя с лучшей стороны на тренировку. Это результат 8 лет упорной работы. 6-летними мальчишками эти юноши начали заниматься у Артема Брагина. Бывший профессиональный футболист систематически отрабатывает с ними мастерство. Мы занимаемся 4 раза в неделю, выстраиваем волнообразный график работы. То есть мы после игры начинаем постепенно повышать нагрузки к середине недели и постепенно их сбавлять уже ближе к игре. Работа с мячом, индивидуальная техника, групповое взаимодействие, тактика. В футболе надо не только бегать, но и думать, говорит наставник. А вратари – это отдельная история. У них свои тренировки и упражнения. Да и стать голкипером может не каждый. Современные реалии таковы, что вратаря не рассматривают ростом ниже 185. То есть тяжело попасть в профессиональный футбол, если ты низкого роста. Сейчас у команды особенный период. Она готовится к серьезной игре с топовой школой «Сатурн». Мотивация и физическая подготовка хорошие, поэтому одинцовцы надеются на победу. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».